Добрый день, здравствуйте. Я приветствую вас на своем канале. Моя подруга мне написала, что ее дочь ей сказала, что Макдональдс на Пушкинской разобрали. Но я очень часто бываю на Пушкинской, очень часто у меня здесь живет родственница, и поэтому я удивилась этой информации. Якобы в интернете были фотографии, что Макдональдс разобрали. Поэтому я решила сегодня снять вам первый Макдональдс в Москве. Самый мой любимый, самый, наверное, родной для меня первый Макдональдс. Он стоит, как стоял, он недавно был отремонтирован. Его так осовременили, весь такой стеклянный, такой стал как куб. Черное стекло, темное стекло, до этого он был совсем другим. Ну да, сняли вывеску Макдональдс, сняли большую букву М. Да, теперь он такой безымянный черный куб. Но, по крайней мере, пока стоит. Не знаю, будет ли возвращен Макдональдс в Москву, и не знаю, что здесь будет теперь. Но пока это выглядит вот так. Скажу честно, я небольшой поклонник Макдональдса. Из трех флагманов фастфуда KFC, Макдональдс и Бургер Кинг мне ближе всего Бургер Кинг. Но, тем не менее, это наша история, и жаль, что она так закончилась. Ну вот и все, что я хотела вам показать сегодня. Совсем маленькое видео. Макдональдс, здание Макдональдса живо, пока не разобрано. Всем большое спасибо за внимание. Я жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До встречи. Будьте здоровы. Пока-пока.